Здравствуйте всем. Здравствуйте. Для того, чтобы уделить женщинам внимание, подарить им чуть-чуть тепла, чуть-чуть доброты. И в этом году он проходил 1 августа в 9 странах. Так как Колческ 1 августа не смогли провести, решили провести 30 числа. Вот, пришли люди, которые отозвались. Вы знаете, вы огромные молодцы, вам, значит, не все равно вообще, что происходит в мире. И, значит, это люди, которые... Сердце как-то наполнено, не знаю, там, добротой, любовью, там, к внешнему миру, не только там зацикливаться на своих проблемах, но и поделиться с кем-то, с другим. И еще вот такие вот сердечки, которые мы сделали. Делай мир красивым. Есть у нас еще вот такие вот бейджики. Добрые сердца, это проект «Добрые сердца». Спасибо большое, огромное вам спасибо. Ваше настроение подняли. Или ты сама меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой. Мальчишка любой. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 автобусов в ряд неподвижно стоят и гудят машины. Красоте салют. Леди, как вас зовут? Мэри. Леди Мэри. Мэри. Леди Мэри. Само совершенство, вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Простуды лечит лучше, чем микстуры, и легко без затей лучше разных врачей всех людей спасает летом и зимой. Лишь улыбкой одной. В обмен на улыбки. Дети могут стать взрослее, только я не постарею. И опять буду все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забыть никогда. Мэри, леди Мэри, леди Мэри, вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всякий подвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, знать, что я совершенство, знать, что я идеал. И просто.